Сегодня 10 августа 2018 года. Мы решили прийти на Южный, тут посмотреть. Вот ребята идут. Это Володя Пащенко и Сергей Пупков. А Виталий работает у Игоря Барбаша. Пришли на Южный пруд. Вот идут, везут все, что нужно. Сейчас нужно проложить дорогу туда, протащить эту тащанку. Называется тележка. А это поле, по всей вероятности, ячмень Игоря Барабаша. Вот они выходят. Я дергаюсь, тут еще и комаров много. Комары тут сразу, значит, нападают. Показаны, какие деревья, мощнейшие березы. Это красивый пруд. И вот здесь клен. Дальше еще тут мы все это увидим. Я вот спрятался под кустом. Солнышко тут светит. А там он околок Стригинский. Нет, наверное, не Стригинский. Что, забыл, как зовут. Ну, где кладбище. Вот каждый день здесь работает. Кто-то смотрит, это какие-то комментарии дают. Ну, никакие, он в городе сидит. У него ничего нет. Он, особенно где мы едим, показываем еда, так прям злобятся, что голодные. Сестры, где вы? Помогите. А что у тебя, кроме матерков, будет-то? Так ты, наверное, бери туда, с той стороны. Или это мешает? Я думаю, туда ломиться не надо. Надо сейчас продрать руками, вырвать в сторону. Пройди маленько вперед. Маленько. И начинать рвать. Вот эта трава, которая есть, прямо до туда, до спуска. Развязывайте. Вот этот велосипед. Сейчас надевай рукавички и сейчас пробьем туда дорогу-то. Нам туда ходить многократно. Все, пока я отошел. Сегодня 10 августа. Пятница, 2018 год. Вот Игнатий Тихонович и Володя почищают дорогу к Южному пруду. Володя говорит, я уклонился от прямого пути. А он говорит, а я говорю, вон, надо смотреть, где вон, видишь, куда идет, надо сюда. Прошлогодний еще остался. Прохода нету, тут глаз выкнуть еще не стоит. Вот тут ручьи поваленные. Вот, смотри. Это красиво, удобное. Вот оно так. Вот так. Вот оно. Насколько выше меня. Взять. Сейчас мы это пробьем. Тележку туда убьем. А дальше уже будем работать. Городской-то человек сидит, он только глядит это дело. Ой, одной ложкой туда. Да никогда 10 тарелок не было. У нас 10 человек детей и бабушка, все с одной чашки ели. Большая тарелка, одна, две даже, ну две-то на длинный стол. А здесь каждому. А там ничего и давать. Сидит голодный-то. И злобится, ой. Едят, едят, и нажрутся никак. Каждый день уже посещение, не два, не три просмотра, а 500 тысяч. 500 тысяч голодных заглянуло на один ролик. Я сказал, как хорошо в деревне жить. Но хорошо и работать надо. Притом городят такие слова, ну видно, что голодные. Голодные нападают. А что не отвечаетесь? Ну что отвечать, когда ты голодный? Тебя кормить надо, а не отвечать. Все разные аватары, нити. То есть вот она открыл двери. Прятаться можно, никто не узнает. Они даже не знают, что его уже знают. Все разговоры, телефоны, все сохраняют.
Вот оно как. Такой популярный ролик, где мы обедаем. Вот здесь вот, на южном сидим. Ой, ногу почесал, а потом помидор берет. Ой, бомжи. Он бомжи, он в Москве живет. Голодный. Смотреть он не может. Ногу почесал, так нога моя. Что ты за ногой смотришь? А ты смотри, как трактор работает. Было пустое место, а сейчас пруд. Так это еще не закончено. А то ничего показать не может, кроме пустого холодильника и злобной рожи. Так спрятался. И главное, называет Божий глаз. Или как справедливый свет. Как будто свет несправедливый еще есть. Неверующие матерятся и матерятся. Более 100 матершинных слов в разном склонении. Система выхлёстывает и в отдельную папочку там как бы бросает, чтобы я проверил. Или ой, секта, то есть это сугубо православная секта. Ему есть нечего, а я секта. Секта. Ой, он не понимает ничего, совершенно. А почему? Есть возможность ему позлобиться, как у японцев. Ой, заходит на завод, а недовольны начальством. Стоит статуя его резиновая, рядом палка, можешь ударить. А тот начальник сидит в это время с любовницей, со своей, он не знать тебя не знает. Это вот, помоги, надо к тебе смещать все. Посмотри внимательно, встань. Види, куда ты зашел, прямо по, в, это, уже все. Куда зашел? Никуда не зашел, вон она, нормально все. Это вы уклоняетесь. Это я подумал, это река. Ну да, я уклонился туда. Я подумал, баптистов были в гостях, беседовали, а он ответить еще не может. Ну мы пришли с улицы, дождь. Я говорю, простите, тут от ног-то грязь. Да, вы много грязи принесли. То есть он, вот здесь тоже я сказал, уклонились. Да, уклонился от истины православия. А он не знает православия. Когда он на службе был, он не знает. Мощеный, он не православный, этот отпрыск лукавого. Сыны дьявола, говорит. Похоть. Игнат Тихонович, там, наверное, не надо. Вот здесь вот пройдет тачка. Ну, пока поближе сделаем, ничего. Я посчитал, что это внутри, а это снаружи у нас. Она вот здесь прям видно уже. На трассе. Трасса-то, вот она выходит. Не тратьте силы, вот, рядом с Володей. О, Володя, ну-ка вытащи у меня вот этот один, попался. Получится, нет? Не вытащить. Двумя руками надо. Берите камеру. О. Вырвал. О, богатырь ползучий. Газ ползучий, богатырь ползучий. Богатырь еще, говорит, еще. Но когда сказали ползучий, сразу как-то нехорошо. Игнат Тихонович, не надо там, не вырывайте. Вот, вот дорога-то. Вот, вы уклонились. Прелести опять, Игнат Тихонович. Понятно. Видишь, я посчитал, что это на дне вот это ограждение. А там на дне-то у нас нет. Вот, 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 сюда вот переходите и все. Да. И вот она дорога выйдет прям на нее. Надо маленько пошире взять. Да пройдет. Мы же не на КамАЗе. Че, хватит? Хватит. Вот прошло сколько тут, минут 20-25, какую просеку прорубили. И тележку туда протащили с грузом. А Сергей там, он, кусты шевелятся, это он рубит. Это мы пробиваемся к спуску воды весеннему. Какие тут шикарные березы. А это все осинник, березы. Там молодые березки, это уже мы пахали, когда тогда приезжали, сыпалось от березы и засеялось. Это рядом пруд. Плоховато видать, но все равно. Володя там за тележкой, шапка только видать, упирается. Сейчас из Москвы какой-то звонил, ну ругается, матерится, голодный видать. Володя там, а потом Вовку
начал его. Его женить надо. То есть сатана посягает со всех сторон Вову женить. То на Марине женили, а сейчас Ефросине ему не будет хорошая жена. То есть люди ничего кроме этого не видят. Весь кругозор ниже пояса. Срам один. И вот такого Господь потянет за хобот. Бабки сразу начинают. Да куда Бог смотрит? Человек сей никому не мешал. Он сидел такой хороший. Вот так. Я поймал вора прямо в этой, в вагоне, в трамвае. У бабки там вытаскивал. Так бабки как взъелись, а тут же из церкви едут. Это, ну, жизнь такая прошла. Воровство да блуд. А не за него. Другого поймал так, они что-то спрашивают. Продавщица голову склонила под прилавок. Он сразу раз в карман. Ну, как шариков со стола денежку. Все, пока. Вот дошли до этой ограды. Это ограждает спуск воды на южном. Сергей Павлович кидает туда. Вот пока это все прошло, это у нас время уже тут достаточно прошло. Прорвали. Это сейчас я нагибался в эту изгородь. Вот она как. Видите, какая просека. Так. Сколько? 11. А? 11. 11, хорошо. Вот дядя Вова, мы с тобой. Вот он. Как прорубили, открыли глину здесь. Огромные березы. Просто огромные. Вот он теперь несет. Тут прорва была. Глубина страшенная, промыла. Кидай. Вот. И вот внизу, вот видно даже, где лагерь. И тут вниз идет. Ногу туда опусти, чтобы видно было, что там ничего нету. Вот, да. Там набросали. Ты не провалишься, пожалуй. Утопчи его там. Все, да. Вот. И вот где он руками, там промыв под досками. Видно, вот черное. Все, и дальше пройди, тоже протопчи, Володя. Туда дальше, там страшно было ходить, а сейчас она не продавится. Можешь попрыгать даже. Кидали, кидали туда. Лебеда, это все засохнет, а не так будет. Ну там под этим, под ним около 2 метров яма. И вот этим, что вырвали вот отсюда, все закидали. Все, давайте, отдохните, попить надо. А вот рядом, это наше южное озеро. Можно подойти рядом. Видите, как поросло. Вот купались в прошлом году, ну тут совсем мелко. Наверное, по колено. Но зарастает помаленьку. Потом высохнет, когда что-то будем делать. Родника-то ни одного нет. Весенняя вода только. Красота-то какая. Вот а здесь растут клены, а потом сразу один березняк, березняк, березняк. Смотри. Ну, тут клен мешает, как я его сломил. Вот. А березняк, березняк, березняк. И наполовину раз. Осинник пошел. Зеленый. Зеленый. И тут сразу осины большие. Вот так. Я его сейчас тут подломлю. Так, Сережа, на пол, это сказать. Володя, убери у меня этот аппарат. Вот я стою здесь, пришел пораньше с обеда. Сергей должен на машине подъехать. Машину там видно. Загрузили на него кленовые столбушки. Это донник выше головы растет. Стою, пауты кусают. Видишь, здесь свернул.
Заехал совершенно неправильно. У нас дорожка есть, он и по другому месту. Никак не научу, чтобы жили так, берегли природу. Там, где продавило колеса, уже не растет, засыхает. Так езжай до конца туда. Езжай. Маленько туда. Во, хорош. Все. Все, хорошо. Давай. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. Ворачивай сюда. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так наоборот. Во. Пошел. Это мы дальше прорвали здесь вот. Стеной вокруг. Это вот конопля. Вот столько выше роста человека. Человеческого. Все на этом. Будут разгружать. Там накидал им, сколько есть. Давайте, разгружайтесь. Давай. Там Шерстобитов приехал, и еще с ним одна машина. Приехали посмотреть Потеряевку. Ну, там батюшка есть. Шерстобитов Геннадий? Угу. Поди мед привез продавать, нет? Не знаю. Все. Ага, вон что-то вас задержало. Что ж так долго-то вас нету, говорю. Сегодня 10 августа 2018 года, пятница. Понедельник молочная, последний раз. Во вторник уже пост успенский. Так, вытаскиваю. Сейчас мы там примерим, сразу отпилим, отмажем и все. Заколотим. И сразу будем засыпать. Видишь, какие бревнышки. Хорошо на машине. Еще вытаскивать, да. Мешок-то тот с колесом. Ты хочешь отъехать? Отъехать хочешь или нет? Я думаю, не надо. Стой рядом тут. Вот, вы же хорошую кувалду нашу принесли. Страшную. Володя пилу принес. Новую купили. Заправку. Это все мы делаем бесплатно. Для деревни. Все. Покупаем, делаем, везем. Вот сейчас здесь. Что мы тут сделали?
Вот оно как. Выдрали доски. Там внутри прорва. Тут вот нас и поливал. Его убрать надо. Он только доска одна должна быть. А то не годится, что вал выше днища. А тогда зачем днище так низко? Низко — это значит, можно спускать воду до этого, а потом только поднимать. А если на этом уровне, она сразу вода вон там может пойти. Ну все. Давай сейчас замеряем, обрезаем и пошли дальше. Он его откидывает. Все, закрываю лавочку.